1827 году два молодых человека отправились на прогулку по Воробьевым горам. Они забрались на самый верх и посмотрели вниз на Москву. Весь город был как на ладонь. Вечерело, садилось солнце, играло золотом на куполах церквей, и что-то такое нахлынуло на этих двух молодых людей, какое-то гигантское, доселе невидимое им чувство. Они обнялись, заплакали и принесли клятву. Клятву до конца жизни бороться за свободу народа. Эти юноши нам хорошо известны, их звали Александр Герцен и Николай Огарев. А клятва действительно свяжет их до самого конца их жизни. Их жизненный путь будет непростым. Тот и другой уедут из России, и тот и другой будут издавать знаменитый журнал «Колокол», и тот и другой закончит свою жизнь вдали от родной земли. А через 150 лет на месте, где эти юноши принесли клятву, появится этот чудесный комплекс. Он включает барельеф с изображением Герцена и Огарева, стеллу, символизирующую две юношеские фигуры, которые сплелись в объятиях и связаны клятвой, и, конечно же, барельеф с текстом клятвы, который они и принесли.